грызут! Борис Ефимович, прекратите мучить животных! Таких елок не было 100 лет. Это что, шутка? Мы же договаривались, что костюм должен представлять страну. Либо мы катаемся в этом, либо я вообще не выйду выступать. Нормальный мужчина на себя такое не наденет. Вы согласны сопроводить бабушку? Ать! Доброго денечка! Согласно предписанию, вы должны были покинуть этот дом неделю назад. Я надеялся. На что? На чудо. На что еще может надеяться русский человек? Санчо, ты понимаешь, я Вострикову обещал медведя, а он мне должность в городе. Барин, нельзя на него охоту. С вас 3 рубля? Можно в дом. Маме ничего не помогает уже 2 недели. Никак нет. Мы будем просить, люди нам помогут. А наш танец под елкой, он в силе? А елки в этом году не будет. Дом подписал указ об отмене. Елка на Рождество всем нужна? Да! Ну вот, елки нужны людям на Рождество. Война не время для праздников. Идиот! Где, представившись инструктором, угнал самолет серый волк. Вы еще и вор, и самовлюбленный дурак. ТЧК. Подходим, играем, счастье питаем. Фоксы я люблю. Ну что, играйте, господа? На бабушку. Бабушка этого не переживет. Куда катится мир? Это и есть новая, свежая, неожиданная Россия. Вон отсюда! Господа! Умоляю вас. Прекратите орать. И вдруг тихо все стало. Страшно. Все, уходи! Они убьют тебя! Ты что стоишь? Какая ты горячая, мамочка. Как печка. Повесь, где у тебя сердце, и он вернется. Тариф из России объявляется поражение. Все кончено. Что значит кончено? Ты же даже не начинался. На этот Новый год все может измениться, но елки останутся. Елки 19-14. С 25 декабря смотрите во всех кинотеатрах страны. А почему в моем чемодане женский корсет? Вот на вашем месте, Василий Григорьевич, я бы об этом утаил. С Новым годом, с новым фильмом.